Доброе утро, друзья! У нас в Анапе прекрасная солнечная погода, солнце просто хлещет. Вот, и у меня подрос газон. Конечно, он подрос проплешинами. Прошло 33 дня, как я его посадил. Мне дрова нужно порубить сегодня, прибираться во дворе. Сегодня я буду косить газон. Такой вот он получился. Думаю, что нормальное достижение. Наверное, не все видели, как плачет виноград. Вот она, обрезанная ветка. И она была, так сказать, в сухом виде. И вот сейчас началось сокодвижение и заплакал. Почки набухают. Ну, у меня около десятка лоз. Они расположены в разных солнечных местах и по-разному реагируют. Это у меня мечтательный виноград Шарданне. Я вывел лозу под два окошка и мечтаю, что вот кисточки винограда будут висеть прямо под окном. Вот. Окошки, внуки, да я и сам из дома, значит, будем валяться вот на кровати и любоваться кисточками. Вчера начала цвести черешня. И, конечно, это приносит мне радость. Вот этот здоровенный куст, он стоял, 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 стоял. В прошлом году 6 ягодок было, в позапрошлом 6 ягодок. Ну, в этом году штук 50, наверное, будет. Уже дня 3, наверное, цветут наших 2 саженца персика. Вот он обрезанный. И этот тоже обрезанный. Красотища, конечно. Господи, лишь бы не было морозов и тумана. Оксана укрыла клубнику свою. И еще клубника. Плантации клубники. Она любит ее, а я как-то так. Вишня пока не цветет. Но вот-вот зацветет. Все плодовые деревья в этом году я обработал хоросом. Период бутона. О! О, черешня, это тоже зацвела первый раз. Здорово. Молодая. Как молодая? Что-то я не понял. Надо где-то прочитать, когда они вообще плодоносят. Цветет груша. Уже доцветает слива. Слива уже осыпается у нас. Изо всех сил. А это еще одна черешня. Вот на ней ни одного цветка нет. Но она может быть одна ранняя, другая поздняя. Смородина сибирская выпустила листочки. Во! Что-то у нее листья немножко коричневые, надо будет разобраться. Не успел я собрать почки, чтобы насыпать в водку. Потому что самое лучшее... Самая приятная водка, это водка со смородиновыми почками. Ну, водки у нас нет, и не очень-то и хотелось. Это самый южный житель инжир. Он едва-едва только почки открывает, не торопится. Яблонька, привезенная из Сербии фермером, тоже обещает дать цветочки. Вот тепло пошло, все сразу рванулось в цвет. Кроме диких абрикозов и диких слив, которые самыми первыми расцвели, вот сейчас плодовые деревья начинают цвет набирать. Великолепное цветение персикового дерева. Вот эта ветка висит вообще над моей территорией. А хозяйка этой усадьбы умерла. Теперь дети что-то решают с ее домом и огородом. Персик не обрезанный, к сожалению, урожая здесь не будет. Ну, каким образом будет? То есть персики здесь будут, но они будут размером с грецкий орех и примерно такой же твердости. То есть культурное растение, оно требует, конечно, ухода, обрезки. Ну, а красота, конечно, вообще красотища. Надо фоток побольше наделать. Местная смородина. Так называемая золотистая тоже изо всех сил цветет.
У нас в сибирской деревне она росла, мы ее называли декоративным крыжовником. Ну, что-то среднее между смородиной и крыжовником. Ну, приятные ягоды, компот варить. И еще один повод для радости. Сегодня, наконец-то, я добился первого рубежа в моих отношениях с Ютубом, который я начал месяц назад. Впервые у нас за 4 недели, статистика показывает, что за 4 недели мы достигли 1 000 000 минут просмотров. Ну, в переводе на привычные цифры, 1 000 000 минут, это обозначает 2 года. 2 года человеческой жизни в этом месяце было посвящено нашему каналу. Вот, это великая ценность для меня. Поскольку я считаю, что время человеческой жизни – это самое ценное. Это самое ценное, конечно. Именно этим временем измеряются деньги и достижения, будь то Крымский мост или Байкало-Амурская магистраль. Вот. Просто деньги удобнее людям, а время человеческой жизни, как его посчитать? Но вот американская компания Google, YouTube ввели такую систему, я рад очень, что оно есть. Наш канал развивается, теперь перед нами стоят новые задачи, вот в том числе добиться, чтобы вот это вот время просмотров переплавилось в какие-то денежные поступления, типа прожиточного минимума пенсионеров. Ну, покуда эта задача не достигнута, но она стоит перед нами, и я думаю, что мы этого добьемся. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всего доброго.